все в твоих руках. Ты убил Кравченко. Ты уничтожил их базу. Мейсон, Вудс и Боуман оба погибли. Все ваши... После того, как ты выбрался из комплекса Кравченко в Лаосе, после того, как твою команду убили, ты ушел это не самому. Так. Я выполнял задание. Ты отправился на остров Возрождения вопреки приказу. Я прибыл с Резновым на остров Возрождения. Наконец-то. Штайнер был наш. Мы на месте. Остров Возрождения. Источник яда Драгонича. Они готовятся к доставке новых шести. Не при мне. Еще немного. Молодец. Еще обезьяны. У нас их что, не хватает? Разгружай, Юра. Приказано освободить место для аппаратуры. Черт. Хорош жаловаться. Грузи клетки на пристань. Я должен проверить остаток груза. Давай, Мейс. Бери топор. Их слишком много, Мейс. Главное не привлекать внимания. Держаться в тени. Избегать лучей прожектора. Всем сотрудникам с уровнем доступа 3 пройти на пристань 2. Корабль отправляется через 5 минут. Сотрудники с уровнем доступности 1 и 2, ждите дальнейших указаний. Началась эвакуация комплекса. Они знают, что мы здесь. Изоляция сектора Е через 3 минуты. Идет на второй заход. Надо спрятаться в другом месте. Стой! Не двигайся! Не заметили.
Ланки. Почему ты не на посту? Так, замечательно. Мы уже близко, Мейсон. Мы сможем попасть в лабораторию Штайнера через крышу. Объявлена тревога! Тревога! Штайнер нужен им живым. Надо добраться до него первыми! Иди за мной! Мы поднимемся по шахте лифта. Всем работникам лаборатории надлежит проследовать в указанные места. Комплекс находится на военном положении. Невыполнение приказов приведет к немедленному аресту. Ну а что с ними будет? Мне приказано доставить ключевой персонал корабля. Драгович изгоняют всех, кто есть на острове. Всех ненужных для дальнейшей работы просто казнят. Поскорее, иначе меня тоже убьют. Фридрих Штайнер, тебе конец. Я узнал. Воркута. Ты не знаешь, что с тобой сделали. Мейсон, отзовись! Твое зло лишило жизни многих людей! Довольно! Убив меня, вы не остановите Нову! А мне наплевать на эту Нову! Ведь я Виктор Резнов! И я отомщу! Богом клянусь, именно так умер Штайнер. От руки Резнова! Ты лжешь, Мейсон. Ты убил Штайнера, мы знаем точно. Резнов получил то, что хотел. Возможность отомстить. Джейсон Хадсон написал отчет. Виктор Резнов не убивал Фридриха Штайнера. Хадсон все видел. Уивер! Продолжай, Хадсон. Мейсон не отвечает. Надо пробраться через исследовательский комплекс и спасти Штайнера. Глядите в оба. Янки, мы выдвигаемся. Альфа, двинулись. Вас понял, мы движемся. Эвакуация уже началась. Уничтожь МПГ! Гори крышу!
Я принято! Альфа, вперед! Уже идем! Янки зачистила западную часть периметра. Идем на север. Янки зачистила западную часть периметра. Идем на север. Заходим к ним с фланга. Идем на север. Приказ понял. Нас обстреливают с вертолетом. Держитесь. Мы в полукилометре к югу от лаборатории. Группа Альфа. Нас обстреливает противник. Нужна поддержка. Прием. Мы идем, Уивер. Держись. Янки, отходите от ПТР. Нас раскатают. Уивер! Живы, Капс. Нас прижали. Они жмут с востока. Принято.
Они жмут с востока. Принято! Чем Штайнера. Мейсон, это Хадсон, ты здесь? Это он. Что он делает, черт побери? Убивает всех, кто встанет между ним и Штайнером. Спасите! Меня зовут Вик Ризно.
и я отомщу. Я цел! А Штайнер? Он мертв. А что, Резнов, перебежчик? Надо найти его. Не выйдет, его не было. Не поверю, пока сам не увижу. Что они сделали с тобой в Воркуте, Мейсон? Штайнер мертв. Мейсон, последняя связь с передачей цифр. Надо забрать его. Идем. Сюда! Так мы выйдем на причал. Это Уивер. Объект у нас. Мы уже идем. Вас понял. Мы движемся к причалу. Что с тобой сделали, Мейсон? Мейсон, друг мой, скажи, во что остается верить, когда тебя предают свои же? Когда весь ты... Все то, что ты сделал, оказывается погребено под слоем лжи и коррупции. Я умру в этом проклятом месте. Бесполезно. У нас нет времени. Нельзя прекращать. Он был в Воркуте. Он знает, как передавать коды. Он слышал передачи, которые, по нашим сведениям, содержали координаты цели. Эти данные у него в голове. Он знает, где искать. Нужно добраться до бункера. Уровень готовности 2. Ты уже испробовал все. Еще нет. Осталась одна карта. Проваливай, Уивер. Скажешь им, что мы не смогли узнать, откуда идет вещание. Хочешь умереть с ним? Твой выбор. Черт! Как ты не понимаешь? Он мертв, Мейсон. Слышишь меня? Мертв! Уивер прав. У нас нет времени. Я знаю, что с тобой сделали. Знаю тебя. Я знаю, ты не предатель. Слышишь, Мейсон? Что они означают? Откуда их передают? Цифры. Числа. Что? Что они значат? Резнов! Ты где? Резнов! Я хотел убить Штайнера! Опять слышу чертовы цифры! И опять надо было убить тебя в Воркуте. Подожди немного. Дай ему отдохнуть. Когда придет в себя, повысь напряжение в 2 раза. Я помню. Воркута. Объекту были успешно имплантированы знания о числовых последовательностях. Ну и в чем проблема? Его реакция на наши приказы была... случайный, непредсказуемый, удивительно, но он сопротивляется. Как? Он необычен, атипичен. У него редкая сила воли. С другими подопытными мы достигли больших успехов. Если он не сможет выполнять приказы, зашифрованные в числах, мне он бесполезен. Пусть гниет. Унести его обратно в камеру. Больно! Боже, так больно! Заход на цель! Освальд раскрыт! В Воркуте мы все здесь братья. Резнов, ты уверен, что ему можно верить? Полностью. Мы... И он не так различаемся. Все мы, солдаты, лишенные армии, преданный, забытый, покинутый. Мейсон, ты должен жить!
Мы должны бежать! Я знаю это. Слишком хорошо. Мы братья Мейсон. Мы одинаковые. Кеннеди. 5, 4, 3. Промежуточная. Сказали, что вы у нас лучший из агентов. Самый лучший. Секунд. Кабель мачта отошла. 13. Отлично. 12. Тогда нам пора. 11. Смотреть. 10. Зажигание. 9. 8. Предварительное. 2. 1. Главное. Старт. Подъем. Нет. Ракета пошла. Я должен увидеть тело. Я уже говорил. Штайнер на острове Возрождения. Нам пришлось убить его. Нам? Виктору Резнову? Мы хотели одного. Одного. Что он делает, черт побери? Боль трудно вынести, правда? Я знаю это. Слишком хорошо. Мы братья Мейсон. Мы одинаковые. Драгович, Кравченко, Штайнер должны умереть. Драгович не смог тебе промыть мозги. Но у Резнова был свой план. Мейсон. Не думал, что выживешь. Он никогда не был во Вьетнаме. Настоящий перемещик с планами Новый 6 погиб во время атаки на военный комплекс там, во Вьетнаме. Он никогда не бывал в туннелях. Что с тобой такое? Никогда не был на острове Возрождения. Виктор Резнов! Нет! Мейсон! Меня зовут Виктор Резнов! И я отомщу! Мейсон, нет! Восьмой шаг, Резнов! Свобода! Тебе, Мейсон! А не мне! Виктор Резнов уже 5 лет как мертв! Он умер в Воркуте во время побега! Ты думал, что он с тобой, а он был в твоей голове. Я верил ему. Поэтому и сработало. Это был их ответ проекту МК Ультра. Драгович приказал тебе убить Кеннеди, но Резнов этому помешал. Он хотел отомстить Драговичу за все. Драгович, Кравченко, Штайнер — 3 новые жертвы. В твоей памяти есть провалы. Периоды, когда ты пропадал без вести, и мы не знали, где ты. Но теперь, когда мы вправили тебе мозги, память должна вернуться. Нужно уходить. Они скоро выпустят Нову-6. Сотни спящих агентов в столице каждого штата готовы отравить своих сограждан этим ядом. Когда Штайнер умер, мы потеряли шанс найти источник передачи цифр. В Воркуте тебя запрограммировали переводить коды. Только ты можешь сказать нам, что они значат. Нова-6 — лишь одна из операций со спящими агентами. Но я уверен, были и другие, о которых мы даже не знаем. Мы записали коды. Мы проигрывали их тебе снова и снова часами. Но нам пока не удалось взломать твою программу. Мейсон, это последняя попытка. Послушай, заклинаю, послушай еще раз. 21, 7, 21, 4, 2, 14, 3, 14, 7, 18, 13, 6, 22. Он полностью ваш, генерал. Вот мой подарок в честь наших новых отношений. Я узнал! Воркута! Ты не знаешь, что с тобой сделали! Объекту были успешно имплантированы знания о числовых последовательностях. Внимание всем агентам! Наши новые союзники на Кубе дали разрешение на создание новой, постоянной станции радиопередач на их территории. С этого момента и до запуска проекта «Нова» все инструкции будут передаваться по этому каналу. Ваш план по нанесению удара в самое сердце западной цивилизации начал осуществляться. Ожидайте дальнейших приказов. Он полностью ваш, генерал. Вот мой подарок в честь наших новых отношений.
постоянной станции радиопередач на их территории. Все инструкции будут передаваться по этому каналу. Я знаю, где расположена станция. На корабле. Я видел его очень давно. Русалка. Где? Куба. Коммунисты посягают на наши ценности. Наша свобода, сам наш образ жизни под угрозой. Наш план нанести удар в самое сердце Запада начал осуществляться. Альфа! Мы видим русалку. Принято, Янки-1. Начинаем сближение. Мейсон, рули! Держать строй. Мы приближаемся к станции. Черт! По нам работают зенитки! С палубы! Они нас ставят! Группа Янки! Атаковать эшелон справа! Принято! Конец связи! Спускаемся на нижние палубы. Прием. Принято, Янки. Группа Альфа идет за вами. 24. Маневр уклонения. Сбей эту вертушку. Еще немного, и мы рухнем. Мейсон, двигай к посадочной площадке. Всем с вертолета. Прыгаем. Давай. Доложить обстановку. Идем по второй палубе. Передатчика нет. Он должен быть тут. Прикрой!
Нас прижали на нижней палубе! Спускайтесь сюда, мать вашу, быстро! Идем! Угроза устранена! Перезарядка! Прикрой! Не так уж и прост. Там совещание. Она под нами. Черт! Черт! Драгович начнет передачу. Штаб, это Альфа-1. Подтверждаем, русалка станция передачи. Поднимайте воздух. Мы уходим. Еще нет. Нужно найти Драговича. Через 15 минут флот США разнесет здесь все к чертям. Я допустил ошибку, не подтвердив убийство 5 лет назад на Байконуре. Может быть, ты под контролем? Это важно. Нужно убить засранца раз и навсегда. Сматывайся, Уэвер. У нас тут дело. Хадсон, видишь эти буи? Похоже, они передают из-под воды. Вот почему мы не смогли найти передатчик. Эта штука под нами. Она больше, чем просто станция вещания. Это станция снабжения советских подводных лодок. Часть плана вторжения Драговича после запуска проекта новой 6.
стал лучшим моим агентом, насколько все было бы проще. Драгович! Это просто. Я убью тебя! Ты пытался взломать мой мозг. Не вышло. И не знаешь. Пытался заставить меня предать своих. Ты пытался заставить меня убить своего же президента. Пытался? Давай, Мейсон! Мейсон, сюда! Пошел, пошел, пошел! Все кончено. Победа. Ну да. Ничто не стоит на месте. Все меняется. Таков закон жизни. И те, кто смотрят только в прошлое или только на настоящее, бесспорно пропустят будущее. Я сказал, бесспорно пропустят будущее. Я не расслышал. Премьер-министр Кастро, ракетный кризис стал последней соломинкой. Мы чуть сами себя не уничтожили. Сегодня мы пригласили вас сюда. Из лучших побуждений, чтобы найти решение проблемы. А он? Что здесь делает? Он же проиграл! Как я всегда говорил, прощайте врагов ваших, но помните их имена. Итак, господа, сдается мне, за всю многовековую историю человечества... Похоже, кто-то вломился внутрь! Просто ветер, Дик. Садись. Бог ты мой! Господин президент, похоже, в Пентагон проникли враги. Зомби! Господа, мы должны быть готовы нанести сокрушительный ответный удар. Только так можно пресечь любые попытки агрессии. Господа, по коням! Да здравствует революция! Ваше последнее слово, господин президент. Да, Джек, какие-нибудь пафосные слова ободрения для твоих солдат? Не просите у Бога легкой жизни. Просите, чтобы он сделал вас сильнее.